Ребят, здорово. Слушайте, сегодня записываем новый обзорчик по шавухе. Шавуху очередную сейчас на углях затестим. Это уже наша третья, наверное, точка, да? Ну, не наша, но обзорная точка. Да, получается? А черт ее знает, уже да, прилично так. А, ну, понятно. Третья или четвертая даже. Четвертая да, даже. Она была для телевидения. Вот. Так что, ребят, вот здесь находится, это метро Таганская. Сейчас снимем, возьмем и уже посмотрите, как оно на вкус. Я уже пробовал, в принципе, неплохо, но вот сейчас поделимся еще впечатлениями. Вдруг испортилось. Пойдемте. Борт. Ушел молча в окно, просто вышел. Стоишь, если не другое окно. Опа! Что там? О, шавурмочка. Шавурмочку там здесь. Они одинаковые даже? Да, они обычные, самые обычные, ребята. Самый обычный лаваш. Не сырный, никакой там, не ванильный. Помойку. Печь. Вот единственное, что мне... Пахнет хорошо. Единственное, что мне вот я уже пробовал у них, да, она не слишком толстая, как будто. Она такая, ну. Тишка. Ну, чуть-чуть узенькая. Узенькая. Уж. То есть, как бы. Прожарено тоже, кстати, не сильно. Оп, немножко уже подрывается. Но подрывается, потому что мы ее пока везли, там, да, сюда, это ничего страшного, ладно. Что, давай, короче, пробуем. Да? Да. Начинаем. Ничего не сажу. Ну да, ты пока пробовал. Ты же не пробовал, да? Нет, никогда не пробовал. Ну, только живу. Ну прям сразу мясо отличается от того, где мы покупали, да, последний раз. Они на Нижегородке там, да, или? А где покупали? Ну, на Нижегородке. Туда, где мы снимали на камеру ТВЦ. И на Нижегородку? Ну а какая там улица? Блин, забыл, подожди, какая? На Римская, ты имеешь в виду? Не, на Римская это Римская. Так. Когда снимали для ТВЦ. Таганская, на Таганке. Для меня она Нижегородка. Почему-то. Ну да, так. А тут она, да. Ну, вдруг мясо немножко отличается. Ну, потому что это на углях. Шаурма на углях. Как вы видели, я заснял! Все-таки мясо на углях приготовлено, оно, конечно, отличается по такому шлейфу немножко такому, да? Да. Как говорится, с дымком. Но мне кажется, она немножко суховата. Нет? Да нет. Не окей. В принципе. Ну, возможно, это какой-то был кусок. Говорится, попался. Кусок не свежий. Тебе постоянно какие-то куски не свежие попадаются или сухие. Так, это ему сейчас наложим. Не очень. Да, нет, ну, видимо, да, попался такое мясо, такой кусок. Вполне очень даже ничего. Она вот прям нейтральная, такая прям хорошенькая. Ну вот единственная моя претензия к ней в том, что. Она какая-то, ну, тоненькая. Она длинная в целом, да? Но тонкая. Бывает, ну, как толстую такую хуйню дадут, извиняюсь. Да ее там в рот даже не можешь нести. А здесь свиточек такой аккуратненько сложенный. Я бы сказал, стандартных размеров. Ну да. Потому что есть эти шавокрутчики, шавомючки. Или как их называют правильно. Я тут шаву такую попробовал. Шава... В кульке. Повар. Как раз здесь. Да. Просто кулек завернул мне вообще. Наподобие питы в кулек завернул. Потом, кстати, это на Биберево. Обзорчик можно замутить как-нибудь. На Биберево я был. Сработано на неделю. Там, ух, там чувак крутит такую. Просто рейтинги пятерки все ставят. Да. Угу. А это как бы на будущее. Ну да. Нет, шава хорошая. В целом все отлично с ней. Мясо приятное, соуса в меру, овощи свежие. Лаваш, единственное, можно было подогреть, конечно, получше, не хрустяще особо. Ну, мне, например, нравится, когда ее прямо вот поджаривают в этом, когда уже накрутил ее и кладет в гриль такую двустороннюю. Когда она прям такая, прям вот эти полоски такие подкопченные. Ярко выраженные такие, да. Мне тоже нравится. Прям поджаренная стоит. И она такая хрустящая. Да. Здесь как будто на любителя быстро тоже отдали. Ну, в целом, шава стоит свой денег, 130 рублей. Да? Да. Так что... Хорошее место. Да, заезжайте.
посоветую. Я прикреплю, как обычно, эту самую точку, где находится, как называется, когда я все там скину. Опять же, она не льется, ну, хорошо слеплена, там, да, никаких там от нее этих самых нет, я уже почти доел. Обычно льется, если когда, ну, что ну, просто плохо, может быть, она, типа, завернута. Овощи, которые уже, знаешь, заряжавшиеся, они там уже соус, ну, сок под низом образуется. Они туда черпают, может быть, и все. Может быть, да. И оно потом уже начинает туда капать, стекать. Тоже вариант. Возможно. Там забавная тема в том, что еще можно купить дополнительно различных ингредиентов. Сыр туда положить, грибы, картошки. Примерно это все стоит. Картофель фри. Да, картофель фри. Ну, с фри, кстати, мне кажется, она очень хорошо пошла бы. Прям вот прям идеально. Ну, я тоже об этом подумал, хороший, когда увидел, хороший что был бы там как дополнительные такие эти ингредиенты. Фри 20 рублей вроде стоит. Нет, все по 10, по-моему, было. Нет, 10, что-то 10, что-то 20. По-моему, грибы 10 и сыр 10, а вот фри и... что-то еще 20 рублей. Не, 20 рублей там что-то точно было. 20 ну, короче, рублей. За можно дополнительные фри, кстати, деньги можно сделать такую кастомную. То есть, по сути, вот чтобы если вы хотите взять с фри, то есть 150 рублей, получается, вам будет она стоить, и вот ешьте на здоровье. Да. Сырный лаваш. А сырный лаваш, кстати, сколько стоит у них? Если мы обычно за 130 взяли, значит, 150, наверное, сырным, наверное, 140 получается. 140, ну, чуть 50. Выше по рынку ценник, как бы, да. Вот. Также там можно купить эти... На гриле эти куриные крылышки, всякие восточные там лепешки, там, наверное, и самса, вот этот лагерь. Ну, не, место интересное в целом. То есть, ну, там разные есть и лепешки, у них же стоит там такая печь, что это восточная. Ну, типа как они, тандыры там, все такое. Ну, да. То есть, там такое все, выпечки, в принципе, разные есть там, ну, тусуются народ там местный, таксисты, смотрю, там эти сидят по столикам, пьют чаек, отдыхают. Не, прикольно. Шавуха, мне понравилось. Поставлю, наверное, по моему сугубо личному мнению, 4, да? Не с минусом, не с плюсом, просто 4. Да. А вы, коллега? Я поставлю тоже твердую четверку. Даже 4 с плюсом, возможно. Плюс за то, что можно добавить всяких там сыра, грибов. Экспериментировать, короче, можно. Да. Мне вот нравится шаурма, которая вот примерно такого типа, в том, что она стандартная. Очень многие сейчас кладут зачем-то в шаурму эти самые... морковку по-корейски. Морковку по-корейски, да. Ну, там понятно. Заменяют лук там каким-нибудь другим луком, там, не знаю, жареным, не жареным, овощи какие-то другие могут класть. То есть, ну, мне не очень это. Вот мне нравится классика, то есть овощи, там, капуста... Немножко помидорок, огурцов солененьких, например, да, соус, мясо, все. Ну и лаваш, как бы, соответственно. Вот я приверженец классики. Сырный лаваш, это, конечно, тоже все хорошо, но вот такая история. Так что, ребят, пробуйте. В принципе, можно смело, да, рекомендовать что-то. Да. Я пробовал там, поэтому решили заехать. Пробуйтесь. Показать вам тоже эту рекомендацию дать. Пробуйте. Пробуйтесь. Пробуйте. И предохраняйтесь. Потом напишите, как предохранялись. Да, ребят, спасибо за просмотр. Я знаю, вы любите эти, да, ролики с шаурмой. Кстати, ну, там последний ролик, крайний ролик по шаурме, который мы снимали, на этой набрал уже примерно 400 или 500 просмотров. Там, людям, кстати, интересно такой формат, я думаю, ближе к народу обзоров. Шамуху все едят. Ладно, да, всем. Да, все, ребят, давайте, счастливо. Всем пока, давайте до следующих роликов. Под лайки, увидимся на просторах YouTube. Все такое, вот это вы знаете. Да? Давайте. Па-па-па-па. Кря-пря!